В гостях у Елены. Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы на канале «В гостях у Елены». И сегодня хотели бы поделиться с вами своей покупочкой. Всем привет! Наткнулись мы с Леной на канал на Ютубе. Называется «Шторы на дом», «Шторы и текстиль». Вот. И выбрали там себе шторы. Заказали, и вот посылочка нам пришла. Это римские шторы. Что нам понравилось, они нам сделали по нашим размерам штору. Вот. Там выбор огромный, больше 10 тысяч вариантов штор. Ну, сейчас мы будем открывать посылку, ну и вешать шторы. Так, вот они, шторы. Что нам еще понравилось, их не надо монтировать, не надо сверлить, вкручивать. Они вешаются прямо на створку. Вот. Ну, в общем, сейчас будем пробовать вешать вот такую открыточку. Нам еще прислали красивый зайчик, кролик с сердечком. Открыточка, но приятно. Итак, одну я штору попробовал, повесил. Вот она как выглядит. Вот. Так, ну а эту штору мы повесим вместе. Это все несложно, делается быстро. Еще раз повторю, тут есть два варианта крепление ее. Это если окно открывается, то такой вариант крепления вот на эти защелки. Вот. Без монтажа, без сверления. Если же окно не открывается, глухое, то тогда предусмотрены вот такие вот варианты. Вот так вот они вешаются или к потолку, или к стене пристреливаются. Вот. Ну и такой вариант, то есть на любой вид окна. Но так как у нас окно открывается, поэтому мы будем делать вот этот вариант, который с защелками. Так, ну это нам не нужно. Итак, первым делом нужно посмотреть, с какой стороны находится механизм. В данном случае он с правой стороны, но нам не очень это удобно, поэтому сначала меняем
Снимаем механизм. Сняли механизм. Здесь внутри есть втулка, которую тоже нужно поменять. Эту втулку мы переносим на противоположную сторону. И ставим механизм обратно. Вот я вставил механизм. И на другую сторону переставляем заглушку. Далее. Ну и все, вешаем на окно, и дальше направляющие присоединяем, прикрепляем. Ну и, собственно, весь монтаж. Вот она, установлена штора. Здесь на ней есть направляющая тесьма такая. Очень удобно, если чуть-чуть она косит штора. Тут удобная защелка, можно поменять, увеличить или уменьшить длину тесьмы, чтобы выровнять штору. Ну все, далее я устанавливаю направляющая. И покажу вам готовый результат. Возможность крепления натяжителей лески есть и с помощью двустороннего скотча, или же с помощью винтов. Ну, кому как. В нашем варианте это двусторонний скотч. Дальше натягиваем леску, вот он, фиксатор.
Тут есть возможность натяг ее сделать. Я вот замерил по самому верхнему положению, чтобы потом чуть-чуть подтянуть. Замерили и завязываем узелок. Потом этот провод, леску можно отрезать. Вот такой конечный вариант. Ну и аналогично вторую делаем. Буся, а Буся, тоже собираешь шалюзи, да? Да? Привет, скажи всем. Скажи привет, всем привет. Нет, не хочешь? А чё ты не хочешь? Покушать пошла. Итак, вот что у нас вышло в итоге. Вот такая красота. Такая вот красота. Потом... Эти я отрежу. Ну, вот здесь вот я, в принципе, уже отрезал. Вот они, аккуратненькие. Вот. Это и также вот это тоже можно отрезать. Вот эта заглушечка снимается. Вот. И они длиннее у нас. Вот здесь я сделал их покороче, чтобы не мешались. Все под себя можно всегда настроить. Ну, вот такие вот шторы. Надом.ру. Да, так называется, кстати. Шторы.надом.ру. Ну вот, мы обещали вам показать, говорили в прошлом видео, когда в спальне снимали, что будем вешать и сюда римскую шторину тоже. Вот такие уже шторы будут у нас. И поделились с вами. Может быть, чем-то вам помогли. А я думаю, что помогли, потому что когда вы зайдете на этот сайт, вы без ничего не уйдете никогда. Там прихватите очень много всего. Там уже очень большой выбор. И цветов, и, не знаю, и с цветами. В общем, в разные вариации. Итак, друзья мои, мы будем прощаться с вами. Желаем вам всего самого доброго и самого хорошего. Покупайте шторы, украшайте свой дом и радуйтесь. Всем пока. Ссылки оставим на сам магазин, на канал. Ну все, до свидания. Все, пока-пока.